тебя все знают. Даже не будем говорить, кто ты. Ладно, Никит, второе место. Мы видели все финальный заезд. Конечно, ну, какой-то осадок у тебя есть, наверное, но это точно, да? Ну, безусловно, осадок есть, конечно, потому что я очень хотел убедить, я все для этого сделал. Я хотел показать зрителям, судьям, себе, всем болельщикам, команде крутой дрифт. И перестарался немножко. Ну, давай обозначим. Во-первых, все же, наверное, знают, что Никита второе место на РДС занял, да? Вчера, да, был этап РДС в Питере, я занял второе место. Подчеркнем, вчера ты, то есть, прилетел к нам. Да, вот это, я даже не могу назвать это вчера, потому что у меня это все слилось в один день. А вчера самолет последний из Санкт-Петербурга в Минск отправлялся в 20:40. В 20:30 у нас было только награждение, я открывал шампанское. А вариантов других не было. Ребята из Red Bull довезли нас до Москвы, мы всю ночь ехали на машине. Из Москвы был ранний вылет в Минск. Буквально за две минуты до конца регистрации мы успели сдать и сесть на самолет. Все в последние секунды, просто бегом. Жалко, вот реально камер нет, это было бы прикольно. Прилетели сюда, выяснилось, что мой багаж остался в Москве весь. То есть, ну, работники авиакомпании забыли положить мой багаж в самолет. Хорошо, что у меня комбез и шлем были. Ты в комбезе и шлеме летел в самолете? Нет, к счастью, нет. Вот. Не настолько я с ним не расстаюсь. Я понял. Ну, получается, ты прилетаешь сюда и сразу прыгаешь. Сразу мне кричат: давай одевайся, у нас парад. Я одеваюсь, парад. Потом мы несколько раз проехали с Серегой. Он мне показал трассу, у меня было несколько проездов. Я откатал комплект, и была квалификация. Занял первое место на квалификации. И вот сейчас тоже стремился к подиуму, но... Ну, у тебя, знаешь, такая... Перестарался. Третье, второе. Да. Но... Именно этого я и добиваюсь. Вас, хочу вас плавно подвести к первому месту, чтобы вас не было такого. Не резко, да? Сергей рассказывал, что чуть-чуть настроили машину, да? Да, немножко поделали машину, мне нравится все, тачка едет. То есть к следующему этапу, да, она может даже еще лучше пойти? Я даже не знаю, на самом деле все меня устраивает. Мне бы хотелось, наверное, совладать со своим мозгом, когда я рулю тачкой. Я понял, Никит. Ну, я не знаю, мы тебя не будем долго задерживать. Нам Сергей уже все рассказал. Классно, да. Мне нравится ваше интервью, сюда смотрю. Успехов!